Итак, здравствуйте, друзья, товарищи. Вы на канале Hedge Playground. Меня зовут Иван, и сегодня продолжаем проходить Киберпанк. В прошлой серии, короче, мы спасли девку, и в этой серии нам нужно продолжить наше задание. Мы очень долго едем. Чё, жива-здорова? Да, жива-здорова, относительно. Мы передали ее травме, они поставят ее на ноги. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. А можешь Но переслать? Мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, ну... Уотсон отцепили. Везде да, полицейские ладно. Отцепили кордоны. И отцепили, да Если ладно. Если хочешь проскочить, ой, а можно пропустить? Поторопиться. Все это уже слышали. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, так. Куда отцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Мано. Я поведу. Мано. Кто такой Мано? Это типа дружище или братишка, братан, братишка, брат, братан, братишка. Поехали. Давай. Газуй. Жми гашетку. Водить что-то не умеешь? Так а чё сел за руль тогда? О, господи, мог бы и нормально поехать сразу. Так, поехали. Сейчас будет какая-то красивая, наверное, просто проездочка по городу. Подожди. Погоди. Так, по-по-пам. Отключение лицензированной музыки. Ну, соответственно, отключает. Да, все, вот так должно быть. Очень неплохо. Как же круто в Найт-Сити, а? Замолчи, город как лучше. Город, только большой. Так, нет, это необычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйланд, Адам Смашер. Тут рождаются легенды. Музыка вообще прям качает такая. Вообще. Жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? Слушай, давай, да, довези меня до дома и потом делай, что хочешь. Хоть пожри, кажется, хоть посри. Семь раз сожри, один раз посри. О, окей, давай. Ой, погоди, а что сделал? Я альт нажал. Я нажал альт. Погоди. В принципе, в них можно вообще не стрелять. Потому что это как бы вообще не сработает, им вообще по барабану. Как бы да, я могу в них стрелять, но они все равно сейчас уедут налево и там где-то врежутся. Да иди ты в жопу. Сбил чувака, прикинь. Сбил телочку. Подожди, да блин. Стой. А можно замедлить время, пожалуйста? Все, убил. Я его убил. Да все, он не едет. В говно. Так. Прострелили все. Передний стекло. Опортил я вид твоей малышки. Да ладно. Прости, Ви. Ничего, починишь. Потом разберемся. 5000 Надо рублей. Сначала вернуться домой. Подожди, нет, тут Эдди, да? Евро-доллары, типа. 5000 Эдди, пожалуйста. Заплатите мне. Лучше 50. Но можно и 5. Че, все? Почему-то мне казалось, эта сцена намного длиннее, когда я начинал первый раз на Xbox. Так, а что здесь? Ну, здесь должны быть патрули. А, да, патрули здесь, точно. Они явно решили не мелочиться. Вау. У нас вообще-то машины все прострелены. Серьезно? Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам. Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Сбой системы? Серьезно? Что это такое? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только смотри, тот, я когда двигаюсь, сердце, поймет, он как будто уезжает хочу такой раз. К своей девушке. Да ладно, к своей девушке? Ну да, она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я такое чувство, как будто камера отъезжает. Образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да ладно, давай, смотри. Пропустите нас, пожалуйста. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пожалуйста, девушка, пропустите нас. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Как будто, ладно, вот смотри, вот здесь приезжай. Вот камера, видишь, она как двигается. Большое спасибо. Это я прямо вечера, делаю мадам. Маленькое движение мыши. Вот, например, как вот здесь, да?
Здесь она так не двигается, она двигается по кругу. А здесь она как будто прямо отодвигается от него. Так, оп, оп. Ты ей понравился. Моя неподдельная искренность тронула ее. Да, конечно, ее сердце тронула твоя неподдельная искренность. Я верный. Я так и думал, так и хотел тебе сказать. Просто такого варианта не было. Да-да-да, даже скромный. Скромняга хрен. Музыка прям, ну, хорошая. Мне прям нравится. Я раньше ее не замечал. Что здесь? А, да, сейчас здесь будет перестрелка. Оп, это ментовской авион сейчас высадит десант, и они такие их раскидают просто. Пиу. Как-то не похоже на обычную облаву. Так потому Всё. Что это не обычные копы. Это Макс Так, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так на один зуб. Макс Так. Всё, возможно, мы их когда-то будем отстреливать. Просто не надо было нарываться. Такой показывает, типа, проезжай, проезжай, здесь не на что смотреть. Никого только что не убили. Так, если машина ведет кто-то другой, не происходит ничего важного, вы можете нажать F, чтобы мгновенно оказаться в месте назначения. Поехали. Поехали. Эту сцену уже все по-любому видели. И я тоже в том числе. Я тоже эту сцену видел, и как бы, да. Да-да-да-да-да. А можно еще раз пропустить? Видимо, нельзя. Ну, я понял, понял. Ладно. Увидимся. Да, увидимся. Давай, все, пока. Передай привет. Давай, бывай, братишка. Передам. Тачку не забудь починить. 10 тысяч эди сверху. Растет цена. Так, по-моему, здесь на лифте. А если сюда пойти? Погоди, а что здесь? Здесь у нас... А здесь у нас нифига. А здесь у нас, смотри, автомат, где можно потратить деньги. Ой. Я реально... Прикольно, я купил эту какую-то фигню. Здесь закрыто, там закрыто, там закрыто. Все, понятно. Отсюда мы никуда не пойдем, поэтому нам только на лифте. Ну, тем лучше. Тем лучше, поехали. Поехали. Квартира. Давай. Да. Забыла сказать, у знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Ну, потом как-нибудь заберу. Дала вам поручение, которое станет вашим первым шагом в развитии нетранерских... Понятно, нетранерских навыков. Короче, нетранеры — это такие местные хакеры, которые хакают всех, все и везде, и в любом месте. Так, а здесь что-то можно поднять? Че, ребятки, бомжуем? Ой. Ладно, прости, пожалуйста. Я не буду. Ладно, ладно. Подожди, а как? А, вот так. Новый уровень? Серьезно? Очки характеристик. А как убрать оружие? На альт я просто меняю его. И на колесико меняю. Ёб твою мать! Чё? Чё? Преступление, да-да-да, преступление, окей, простите, пожалуйста. Мужик, ты... Ты живой? А можно... Вот в такой позе мы сфоткаемся. Так, все, уходим. Так, погоди, а там... Тихо, в смысле? Какой дрон полицейский? Вы чё, обалдели, что ли? Это что, я до дома не дошел, на пиздюли нарвался, что ли? Так, уйди. Все. Без тебя разберемся, ты сопля грязная. Так, все. Да нет никого. Ладно, поехали домой. Хоп. Все, свалил. Закройся. Все, отлично. Квартира V. Новая зона. Евро-доллары. Оу. Окей, кожаные ботинки. Так, все собираем. Пригодится, возможно, 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 нет. Так, смотри, у нас здесь... Что у нас здесь? Оружейное. Открыть тайник. Да, и из тайника можно всякое говно пособирать и повыкладывать. Так, это что? Это типа у меня там в тайнике? Ну, нихера себе.
Вот это приятно. Так, а по одежде что есть? Штаны, кеды, любимая футболка. Подожди, это или это мой? Это мой инвентарь, а вот это тайник. Да-да-да-да-да, все, я понял. Это типа что можно убрать в тайник, а это из тайника. Вот здесь хранилище, а это снаряжение. Все, я понял. Понял, не дурак. Открытка из Night City, тупой скальпель. Да все говно, короче. Всякое говно. Понял, понял. Ваш тайник, защищенное хранилище. Круто. Можно поспать. Торжество формы. Нужно подправить тело. Ля-ля-ля-ля-ля. Есть любимые шмотки. Создайте комплект одежды в своем гардеробе, чтобы менять внешний вид, когда и где захочется. Окей. Окей, так, это понял. Можно помыться, можно пожрать. Хавочки взять. Так, ну-ка, давай далее. Сетью говно, сообщение, медицинский чего-то там, мега розыгрыш. При покупке двух билетов дарим третий. Так, не покупайте на ноге для увеличения члена. Зафиксирована атака. Окей, окей. Так, подожди, как назад? Как назад? С. Все, отлично, ладно, пойдем. Нам предлагают лечь спать. Но сначала давай вот это все позабираем. Прикольная игра, вообще по-другому ощущается по сравнению с 2020 годом, 2019, в каком она там вышла. Типа, но Ви все равно ложится как... Ну нет, ладно, нормально ложится. Нормально ложится. Раньше он ложился вообще так как-то криво, некрасиво. Так, акт 1. Медтех. А, у меня же точно, у меня какой-то вирус же у меня, точно, я и забыл. Джеки Уэллс, окей, давай. Ты что, не спал? Даже если нет, пора вставать. Я, кажется, что-то подцепил, когда подключался к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Окей. Одевайся и спускайся. Жду внизу. Да, хорошо. Смотри, а здесь же можно продать всякое говно ненужное, да? Или нельзя? Или уже нельзя? Погоди, тут всякое... мусор, во. Весь мусор. Подожди, отменить. И здесь можно G продать мусор. Все, весь мусор подтверждаем за 12. 12 тоже, знаете ли, деньги. Так. Привет, Вим. Привет. Это Реджина Джонс. Если привет, Реджина. Уотсоне, звони. Как ты меня окей. нашла? Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Вим. Хорошо, хорошо. Реджина Подай, Джонс, сука, это давай. Один из фиксеров, который дает нам задание. Нет, нет, нет. Давай посмотрим, что она нам там предлагает. Бам-бам, привет, Ви. Бам-бам-бам-бам. Прикольно, молодец, сказала. Кстати, новый уровень. Новый уровень получился. Так, Джеки где-то там. Ты кто? Ты херня какая-то. Смотри, здесь... Привет, Ви. Вот, здесь хороший есть день, челик. Пара раундов. Пойдешь? Да, давай, давай как попробуем. Как тебе мой новый мальчик для битья? Я никогда этого не делал. Только что надрал мне жопу, засранец. Я тебе сейчас сам. Даже интересно, как он справится с таким, как ты. Хочешь попробовать? Хочу. Давай. Давай. Давай попробуем. Давай. Легче на ногах. Голова все время в движении. Ага. Так, ваши кулаки могут быть грозным оружием. В кулачном бою вы можете наносить как удары, так и блокировать выпады врага. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп. Тихо. Где, 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 сука? Хоп. А, ну смотри, я могу его, да? Все, смотри, я его выкинул. Ну-ка сюда иди, ну-ка, пес. Вот. Так. Ну-ка, блин, он сейчас мне наваляет. Он мне сейчас жопу надерет, прикинь. Давай, добивай, добивай, добивай. Ну ты лупишь, прямо как так. Да. Не думал да, профессионально да. заняться. Слушай, я могу нет. Тебе устроить пару боев. Что есть на продажу? Только лучшее снаряжение. Лучшее снаряжение. Давай, покажи. Ничего себе, такого не было раньше. Такого точно раньше не было. Это что? Это все что-то новенькое, прикинь.
Это документация бейсбольной... А, документация это типа на создание. А можно типа создавать. Катана. Обалдеть. Обалдеть. Просто обалдеть. Ладно. А, все. Все, хватит. Кровь и кости. Так, каждому свой Лексингтон. Давай смотреть. Давай слушать. Давай, товарищ. Привет. Покажи. Ну, показывай. А, вот это, да? Он, по-моему... Подожди, Unity? Легендарный Unity 5930. Какой бесплатный-то? Вот этот. Да, вот этот пистолет бесплатный, а все остальные платные. И этот пистолет можно прокачивать. Его можно прокачивать, он будет классным. Типа можно на него там всякие вот эти вот штуки ставить. Сколько у меня денег? 13 тысяч. Простите, сколько? 13 тысяч? А откуда? Где я столько наворовал? Я вроде ничего не воровал. Странно, окей. А, ладно, смотри, что у него все еще есть. У него есть всякие компоненты, эпические, неэпические, ножи всякие, ножи-можи. Па-па-па-пам, что берешь, кроссовки? Ну, тут, конечно, надо все это сортировать, понимать, что как работает, что к чему относится. Большое спасибо. Пока не буду. Улучшение культового оружия и одежды. Вы получили культовый предмет, культовую документацию, которая позволяет повышать редкость этого предмета и значительно улучшать его показатели. Культа оружия и одежду можно найти в разных местах на сети. Благодаря уникальной особенности их уровень редкости можно повысить, если у вас есть соответствующие компоненты. При создании более редкой версии культового предмета предыдущая уничтожается. Ой, понял. Смотри, ой, а подожди, а как мне в меню войти? Говори, не стесняйся. На ай, на инвентарь, точно, фига себе, прикольно. Создание. Смотри, у нас есть вот эта штука, и нам не хватает обычных компонентов, 15 штук. В принципе, угасание ночи можно уже улучшить, потому что у меня есть угасание ночи. И я могу у него просто ладно, купить эти компоненты. Что у тебя давай, есть. Покажи. Покажи, пес. Всегда рад. Показывай все, что у тебя есть, сука. Так, это... А у него нет обычных компонентов. Представляешь? У него нет обычных компонентов? А где компоненты? Подожди. А где брать компоненты? Я забыл. А, мне кажется, это разбирать надо. Смотри. А, берем. Создание. Так, улучшение. Снаряжение. Заходим в снаряжение. И вот здесь... А, всякое говно. Типа вот это вот, да? Лексингтон. Ой, уйди. Бросить. На Z разбираем. Вот. А можно их как-то отметить? А то их будет очень много, я помню прям. Очень много разбирать приходилось. Так, револьвер Нова. Так, стоп. Давай поставим сюда, например, штурмовую винтовку. А все остальное говно ненужное разберем. Вот это разберем. А, вот это разобрать нельзя, наверное. А, этот Лексингтон. А, Unity. Да, в принципе, Unity тоже можно разобрать, потому что они... Не пригодятся никогда. Так, и теперь... Во, заблокировано. В смысле? В смысле? В смысле заблокировано? А, наверное... Мне кажется, мне просто нужно прокачать этого персонажа. Смотри, у меня есть одно доступное очко характеристик и одно доступное очко навыков. Так, винтовки 3. Подожди, а что мне? Сюда? Сюда? А, краткоствол. А, я не знаю, с чем я буду ходить, поэтому пока что я войду в краткоствол. Перезарядка пистолетов. Вероятность критического попадания при стрельбе. Да, конечно, уменьшает показатель время прицеливания. Клинки, в принципе, тоже интересная штука, но мне кажется, я буду больше ходить с короткостволом. А, еще, смотри, хладнокровие, ниндзюцу, такого, по-моему, раньше не было. Нет, было. Интеллект, взлом протокола и быстрый взлом. Смотри, у нас есть две разные штуки. А, типа, быстрый взлом, это... Ага, я не понял. Ни хрена не понял. Это улучшает нашу кибердеку, а это улучшает возможность воровства данных. То есть это тоже очень полезная штука. Поэтому я даже что-то не знаю, чего и взять. Так, атлетика. Да,
Да, вот, вот в чем проблема здесь. До хренища навыков. До хренален. Во! Мусор разбирается автоматически. Можете создавать редкие предметы. Вот этот мне навык вот сейчас как раз и пригодится. Так, а, смотри. И здесь реакция техника. Техника. Владение техническими навыками. Интеллект, объем памяти, урон скриптов и время действия скриптов продлевается. И здесь, если ближний бой. Ну, смотри. А реакция это, я так понимаю, с оружием. И мне сейчас как раз... Смотри. Можно сбросить очки способностей за деньги, представляешь? Так, давай изготовим. Все, изготовил. И вот эти штуки, кстати, тоже полезно изготовить. Таким образом прокачивается у нас вот эта вот штука. И, соответственно, мы можем так боеприпасы для винтовок, дробовиков, пистолетов. Давай изготовим боеприпасы. Создание прокачивается, и когда создание прокачивается, я не помню, что происходит. А, улучшение, да, мы также можем все здесь улучшать, но пока не можем. О, тихо. Так, давай-ка вот. А, подожди. А, снаряжение, давай. А, я понял. Сюда надо поставить пистолет. Это у меня получается, что такое, три? А, это три доступных оружия. Смотри, на единичку это что? На единичку винтовка, на двоечку пистолет, на троечку ничего, на четверочку руки. А, как убрать, я забыл. Здесь по-любому можно как-то это убрать. Пойдем? Пойдем? Ладно, давай. Поехали. Нам надо с Джеки поговорить. Нет! Серьезно? Серьезно? Ой, ребятки, простите, пожалуйста. Я вот... Здесь как-то можно переключиться на руки. Просто вот переключиться и все. И будешь ходить с руками, но я не знаю. Ctrl? Нет, Ctrl это присесть. Alt это сменить оружие. А, типа Z? Нет, X это похилиться. C это присесть. V это... В это вызвать машину, Б. Б. Прикинь, Б. Нашел. Так, заявки на расследование полиции. Полиция заплатит вам за помощь, заказы фиксеров. Это все круто. А, пойдем. Это что? Привет. Ты хочешь поговорить? Добро пожаловать в город мечты для обдолбышей. Город мечты для обдолбышей. Окей. Видимо, для меня. Так, поехали. А вот и наша звезда. Привет, Джеки. Черт, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Прикольно. Садись. Ну давай, давай, жри быстрее. Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору. Папа. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню? Или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Вкусно, собака, он ест. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так... Ну, давай, я, конечно, не знаю, работа. Насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти. Кусок говна этот ваш Декстер. Ну, пам-пам, я думаю, все уже знают. Мы хоть живыми вернемся. Наш мессия хочет поговорить с тобой лично, один на один. Так что сам понимаешь. Все теперь зависит от тебя, Эсэ. Значит, ладно, придется поговорить. Поговори с ним. Послушай, что ему надо. Окей, давай, 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 давай. Так, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сам знаешь, я ничего не имею против Падре и Вакако, но... Декстер, это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Не особо. Нет, если честно. Все как всегда. Приходишь ты на чужую территорию, местный фиксер сразу показывает, чей хуй длиннее, но улыбается тебе и обещает кучу денег и заказов. Но в любом случае, ты для него просто имя в записной книжке. Отлично. Официант, да. Который принесет да, ему мы просто выполняем задания, они просто работодатели. Пирога. Мы просто можем брать задания. Конечно, и зарабатывать бабло. А как еще зарабатывать выпить. Бабло? Ну только так. Но бизнес только таким есть образом. Бизнес. Но игра прямо будет, я так понимаю, очень далеко. Gracias a Dios. Estoy lleno.
А знаешь, что я сейчас понял? Вчера знакомому в мастерскую, что подлатал я после гонки с мусором. Спасибо, мило с твоей стороны. Ну, сейчас придется это пофиксить. В общем, не получилось у меня это пофиксить, но, видимо, Мигель уж для меня постарался. Либо камера накрылась. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Поехали, где моя тачка? Вон она. Вижу. Посмотрим, как она бегает. Погнали. Погнали, братишка. Давай. Па-па-па-па-пам, дельтуем. Прикольное слово. Дельтуем. А можно поменять камеру, пожалуйста? Мне не нравится такой вид. Я люблю вот так ездить. Криперу? Вот. Эй, Эсса, не гони, а. Я ж только поеду. Ой, ё-моё, а чё такое? Что? Подожди, я прости, что с управлением? И с ФПСом? ФПС? Да ладно. Прохладно. Охренеть, а чё произошло? Понимает меня с полуслова. Что произошло? У меня сейчас показывает, что 26 ФПС, серьёзно? 26 FPS? Не, ну теперь все нормально. Очень странно, что в тачке FPS так сильно падает. Окей, ладно, посмотрим, что будет дальше. Вот этот челик какую-то пасхалку делает. У него есть какая-то пасхалка. Не только вам! И вы надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза, удержатся от искушения и не станут подглядывать? Не стал. Камеры окружают нас везде. Они ладно. Внутри вас. Наши радости, горести, вся наша жизнь. Предположим, ты прав. И что теперь? Мне оптику из башки вытащить? Нет уж, спасибо. Ну и чё? Чё тебе скажешь? У тебя уже нет надежды. Но будущих детей мы еще можем спасти. Не дать ножу хирурга надругаться над святостью тела. У них есть ладно. Шанс. Ладно, смотри, у нас здесь есть женщина, которая старо. Доктор Вектор тебя ждет. Да, окей. Ждет так ждет. Я тут пока посижу. Вы пока это, да? Нам вместе надо поболтать. Поболтать. Ну поболтайте, давайте, давайте. Эти гнусные твари превратили нас в смех и наши слезы в анестезию для своего... Эй, Котейка. Привет, Котейка. Класс, Котейка, прикольный. Так, ну поехали. Риперы. Установка киберимплантов популярная, но опасная процедура. Ее могут проводить только риперы, бла-бла-бла. В Найсити есть несколько клиник, где можно приобрести, установить импланты. Выберите нужный процесс из списка, откройте для себя новые возможности. Все, Вики, поехали. Привет. Как Вики. Твои риперские дела? Рад тебя видеть. Привет. Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? Да на задании тут подключился к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепил. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну а как ты вообще? Как дела? Получил заказ от нового фиксера. Его зовут Декстер Дешон. А, знаю, он из посмертия. Нечего сказать, растешь. Типа того. Что-то не так, Вик? Я ему давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он я ему еще должен денег. Спокойный. Мне кажется. Вроде бы. Так, ну давай, давай, все, хочу прокачаться. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Слушай, а я здесь не был. Да ладно. А это что за приколюхи такие? Я тут не был ни разу. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. А, само собой. Он сквозь меня да, прошел. Он призрак. Только аванс так, ладно, он тебе давай. Не дал, да? Давай, давай, давай. 21 тысяча. Не блин, 21 тысяча. Я не тебе все верну. Процент. Но я ему верну всегда. Обязательно там. Много ты. Много. Последний раз, слышишь? Много осталось. Че говорю вообще? Осталось немного заработать. Совсем немного. Че, можно давай садиться? В кресло. Садись, давай, давай. Расслабляйся. О, давай расслабимся. Только не сильно, а то кресло придется мыть потом. Оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть.
И как раз для такого случая. Так, хорошо, камеру сейчас нам ставят. Типа настройка, подключение и прочее, да? А, давай, подключаемся. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Так, киберимпланты — это механические протезы, это мы все знаем, стала рутиной такая штука. Так, оптическая система, давай, Кироши. Подтверждаем. А что она дает? Ячейка модификации имплантов. Система оптических имплантов, улучшающая зрение. Окей. И ладони. А на ладонях у нас баллистический процессор. Вероятность рикошета повышает. Прикольно. Полезно. Что еще есть? А, ну мне как бы денег не хватит на все остальное. Денег и мощности. Так, микрогенератор остается меньше 15% здоровья, выпускает разряд тока, наносящий урон, равный 20% от запаса здоровья. Прикольно, это какая-то хрень, которую я не могу поставить, кожу не могу поставить, скелет. А, увеличивает грузоподъемность на 20%. Точно, здесь еще грузоподъемность есть. И геморрой с этой грузоподъемностью, наверное, будет дальше. Ну пока я ничего не хочу ставить. Хотя я бы поставил, наверное, титановые кости. 800? Давай. Да, давай ставим титановые кости. Все, поехали. Первый тип. Чини меня, не тип. Самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних лиц. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готов. Тык-тык-тык. Вырезай. Тык-тык. Отлично. Тык-тык. Можем работать. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Как я на клавиатуре. Давай, клади свою руку, игрок высшей лиги. Ага. Очень страшно. Вот я бы никогда, молодец, наверное, не положил. Это очень больно, скорее всего. Сейчас обезболим, и можно резать. А, ну если обезболим, то в принципе... Чувствуешь что-нибудь? Прямо резать будет? Как будто я у стоматолога. Тебе что, прямо в подробностях? Ты сейчас как стоматолог. Они тоже все время задают вопросы. Слушай, не издевайся. Я старый, а рука у меня своя. Соскользнет еще. Ну да, соскользнет. Сейчас будет темно, вот не пугайся. Давай в глаз, конечно. Давай, давай. Ай, неприятно. Неприятно ты мне сделал, товарищ. Неприятно. Мог бы и поприятнее как-нибудь. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Слышу только тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. О. Поначалу может быть неудобно, но там, знаешь, помехи, туман или там размытость. Размытость вижу, ну помехи тебе? Вижу. Все в порядке? А, да, все в порядке. Да, да. Охренительно. Да, 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 ты нам бесплатно все ставишь, все охренительно, за бесплатно все охренительно. Так, просканировав человека с помощью оптических киберимпланта, вы сможете узнать о нем много полезного, насколько он силен, какое оружие предпочитает и принадлежит ли какой-то группе. Опытному натрону тоже доступен список скриптов, которые можно применить против этого человека. Теперь ну, все, да. Нажмите Tab. Виктор. Нужна пара ворота. Секунд, чтобы к нему привыкнуть, но... Я уже привык. В жизни вообще сразу. Слушай. Мало что получить. Я привык. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Челик. Челик, я привык. Все нормально. Через него у тебя будет доступ, к файлам полиции. Прикольно. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Условно плохих. Так, база данных полиции. И теперь за поимку или убийство, которых назначено заграждение, полиция все равно... Все равно, сдадите ли вы их живыми или мертвыми. Поэтому их судьба зависит только от вас. Ну, короче, мы сможем теперь преступников мочить. Тебе понравится. Достань оружие. Колбасить. Ты должен увидеть счетчик патронов и новую мушку. Так, давай. Справа, хорошо, значит. У меня будет слева. Слева моя морда. Когда я... Черт, когда я Виктор. Починю камеру. Даже не знаю, что сказать. Лучше бы денег дал. Пообещай, что будешь это принимать.
Два нажатия сразу и еще два через час. Спасибо вот. Еще раз, Вик. Хорошо. Я у тебя в долгу. Вряд ли можно, конечно, в реальной жизни так сделать операцию. Покажи там всем. Встать и только уйти вот так не вот забывай, просто. Когда выйдешь там свою высшую лигу. Я к тебе приду, я тебе денег верну. Не ссы. Ты прикольный пацан. И денег я тебе верну. Так, опа. А что это такое? Сломал. Лифт. Ладно, поехали. Па-па-па-па-па-пам. Сердечная чакра немного в дисбалансе. Я ее гармонизирую. Но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И Ви, тут такие новости. Ого. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах. Около Грамши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Окей. Да, постараюсь договориться, но договоримся мы уже с ним в следующем эпизоде. Да, к сожалению, в этом эпизоде ничего интересного не было, а по таймингу эпизод уже вышел за все рамки, которые только возможны. Поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр. Захотели подписаться — подпишитесь. Захотели лайк поставить — поставьте. Коммент — вообще просто супер. Но никого не заставляю. Не хотите — не надо. Я как бы делаю это тоже и для вас, и для себя. Но в первую очередь для реализации своего творчества. Поэтому, ребятки, всем спасибо и всем пока-пока.